Друзья мои, всем привет! Тема нашего сегодняшнего разговора касается, конечно же, больше начинающих аквариумистов. Это подбор корма. Существует очень много разновидностей кормов разных производителей. Я хочу поговорить сегодня на тему корма Tetra Pro Energy Multicrips. Это лидер среди кормов по продаже, современный подход. Корм Tetra Pro – это действительно эталон среди кормов для аквариумных рыб. Он полноценный основной корм, который, отличие его, что он изготовлен по бережной низкотемпературной технологии, что позволяет сохранить высокую питательную ценность корма в каждой баночке. По сравнению с обычными хлопьями, чипсы, мультичипсы наши впитывают меньше воды, что позволяет повысить концентрацию питательных веществ в единице каждого нашего корма. Все корма серии Tetra Pro обеспечивают оптимальное соотношение белков и жиров, благодаря чему организм рыб используют белки исключительно для наращивания мышц, а незаменимые жирные кислоты, которыми обогащен корм, вырабатывают энергию. Концентрат на основе высококачественных масел для повышения энергии входит в состав универсальных чипсов и придает рыбам действительно такую жизненную силу. Благодаря современной новой технологии изготовления двухцветного корма визуально демонстрируются дополнительные преимущества чипсов. Они крошатся значительно меньше по сравнению с теми же хлопьями Tetramin. Что позволяет за счет того, что не будет пыли в аквариуме, не загрязнять аквариум. Я так скажу, что если вы кормили кормом Tetramin, то вы действительно сразу увидите разницу. И в баночке у вас не будет оставаться там треть банки такой измельченного корма, который зачастую вы просто выбрасываете. Высококачественные пробиотики, которые входят в состав нашего корма, это главный источник питания полезных бактерий. В значительной степени стимулирует рост и метаболизм полезных бактерий в кишечнике у рыб, что позволяет минимизировать загрязнение воды в аквариуме. По данному продукту. Корма эти есть в разных фасовках. Чаще всего наши клиенты приобретают корма в баночках. Рекомендую брать все-таки в банках неспроста, потому что в баночке вы удобно хранить. Вы всегда можете спрятать, если у вас есть там дети, которые любят покормить рыбок, можете спрятать, чтобы в недоступное от детей место. В этой банке какой плюс? Тут есть крышечка. И есть два способа. Если у вас много рыбок, вы кормите через более крупное отверстие. Если мало рыбок, через маленькое отверстие. То есть вы сможете легко дозировать порцию вашего корма. Дальше. В банке корм не набирает на себя влагу, потому рекомендую хранить именно в таком варианте. Ну и существует, конечно же, и в других объемах. Даже 10-литровое ведро, которое мы тоже продаем на развес. Но если у вас небольшой аквариум, рекомендую брать баночку. Сам по себе корм выглядит в виде таких вот чипсов. Как видите, пыли здесь нету. Если у вас очень мелкая рыба, можно этот корм чуть-чуть поломать и получить и мелкую фракцию, и покрупнее. Чипсы чуть-чуть дороже, чем основные корма Tetramin, к примеру, но за счет того, что не крошатся, за счет того, что не загрязняет воду, преимущество у этого корма налицо. Все это и многое другое вы можете найти на нашем сайте zookool.ua. Ссылочку на эти корма я оставлю в описании. А теперь давайте перейдем к самому процессу кормления. Ну вот мы непосредственно подошли к тесту нашего корма на конкретных рыбках. Сегодня мы кормим рыбок Ternetia и Glowfish, которыми мы тоже торгуем в нашем магазине. Корм Tetra Pro. Открываем наш корм там, где большое отверстие, чтобы больше корма. Самое главное при кормлении аквариумной рыбы, чтобы вы не бросали слишком много корма, потому что корм высококалорийный. В данном корме Tetra Pro 46% протеина, потому рыбки быстро и легко могут наедаться. Вот на
всю нашу бригаду. Видите, сколько я бросил корма. Корма довольно-таки немного. Корм начинает постепенно опускаться, и все слои аквариума, во всех слоях аквариума рыбки получат необходимую порцию корма. Я рекомендую кормить максимум 2 раза в день, чтобы лучше рыбок не докормить, чем перекормить. Потому этого объема корма вполне хватает для единоразового кормления. Все, за считанные минуты корм полностью был съеден, значит, аквариум останется чистый, и рыбки наши сытые и здоровые. Корм Tetra Pro Energy Multicrips. Рекомендую для небольших аквариумов, для разного размера рыбок, как и мелкого, так и среднего размера. Оставлю ссылочку на нашем сайте zookool.ua. Спасибо за внимание. До скорых встреч.